no good for me, and I know this, but got a little taste and need more. Всем привет! На связи мотосалон Мотовектор. И сегодня специально для вас мы вскроем и соберем из коробки мотоцикл Прогасси Палма 250. Первое, что нужно сделать, это вскрыть коробку, то есть снять саму коробку, вскрыть обрешетку железную и посмотреть целостность запчастей, то есть целостность тех комплектующих, которые идут вместе с мотоциклом. Следующий немаловажный момент по сборке – это рулевая колонка. На стадии сборки рулевую колонку желательно полностью разобрать, набить влагостойкой смазкой и собрать на место. Дальше уже накидывается сам руль и все навесное на руль и ломы. Также не забываем, что нужно помазать ось переднего колеса для того, чтобы она не закисла, не заржавела в процессе эксплуатации. Короче, переднюю часть подсобрали, накинули подвеску, руль, всю навесуху на руль управляющую. Вот. И сейчас накидываем крыло. Обязательно нормально подтягиваем переднюю ось, чтобы в процессе лютой боевой катки она у вас не открутилась и вы не остались без переднего колеса. После того, как поставили переднее колесо, накидываем тормозной суппорт. Вот. Также рекомендация не нажимать на тормоз, пока тормоз лежит, иначе потом придется разжимать колодки. Тормозной суппорт накинули, дальше проверяем работу тормозов. Конкретно просто подошли, нажали, посмотрели, есть ли тормоз. Ну, тут конкретно тормоз уже прокачан, все хорошо, можно собирать мотоцикл дальше. После того, как накинули крыло, поставили колесо, все сделали четко, дальше накидываем кронштейн крепления приборки. И у этого мотоцикла два отверстия вот здесь идет. Одно отверстие у нас справа под замок зажигания, здесь идет специальный паз, так сказать, которым надо попасть. И второе отверстие идет под USB-зарядку. Дальше по проводке. Есть вот такой вот резиновый кожух, который собирает все разъемы передней части, изоляцию. Здесь все аккуратненько подсобираем, накидываем и упаковываем в этот резиновый кожух. По фаре все просто, один разъем, соединяем фишечку и все. Просто поднакинули фару, сейчас накидываем приборку в штатное место. Также все культурненько соединяем и ныкаем. Вот и смотрите, пацаны, видите, да, подключено все четко, вот так вот проверяем, сейчас USB-шечка, горит, не горит, 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 все четко, хорошо. Сборка прогрессии. В идеале, когда вы собираете этот узел, нужно его полностью снять, то есть снять амортик, снять вот этот болт, полностью вытащить вот этот треугольник прогрессии, вытащить из нее втулки и набить там все смазочкой. Страшные вещи происходят в нашем мотосалоне. Роняем новый мотоцикл без смс-регистрации. Давай, давай, накидывай шуток. Прогрессию собрали, дальше крутим гайки. Закручиваем ее на место. Вы просто посмотрите, что тут за резина. Резина Кенда стоит, Фим Эндуро. 120, 90, 18 радиуса. Это же вообще, это просто цимус. Накидываем теперь водительские подножки. Че, бля? Короче, накидываем дальше по разъемам, собираем. Сейчас у нас конкретно ставится приборочка до конца. Производим максимально высокоточную установку заднего фонаря, чтобы все просто вспотели от того, насколько точно он установлен. Дальше, короче, специально для тех, кто думает, что за круглая тема идет вместе с этим мотоциклом, какая-то непонятная. Ну, вот, это специальный хомутик, который вешается у нас на переднюю подвеску, то есть на ломы непосредственно, который фиксирует тормозную линию и проводочек спидометра. Да ладно, что ты, слышишь, нормально все будет. Дальше по сборке накидываем защиту пера. То есть защита передней подвески, если более научным языком. Конкретно в этом случае здесь есть два нижних крепления на самих перьях. И идет специально вот такая вот пластиковая шайба. Ну как шайба, скорее
крепление. Аккуратненько накидываем. Здесь в защите пера прокладывается у нас гидролиния тормоза. Сейчас мы увидели сборку мотоцикла, весь процесс сборки, подготовки техники. Напомню, что это у нас сначала промазка рулевой колонки, промазка передней оси, сборка и промазка прогрессии, накидывание аморта также соответственно и сборка пластиковых элементов. Финальную сборку мы увидим буквально через, ну, для вас это будет пару секунд, для нас это будет немножко дольше. Также меня тормознули, чуть не забыл я сказать самому главному. Главный сборщик у нас сегодня вот этого мощного валящего пепелаца, Юрец. Самый лютый топовый механик нашего мотосалона. Любой мотоцикл соберет качественно, четко, а самое главное быстро. И вот она, финальная сборка. Вы просто посмотрите, какой он красивый. Просто готов к навалу, к тому, чтобы вы на нем дубасили. Теперь кратко расскажем за его технические характеристики. Первое приятное, что бросается в глаза, это то, что у него откидушечки есть на сцеплении, на тормозе. Рычаг будет жить немножко дольше и не повредит вам руку в случае падения. Руль переменного сечения 22-28, колеса 21-18 на резине Кенда. Спереди 80 на 121, сзади 120 на 90-18. Хороший жирный шаг у шашки, соответственно, резина будет меньше замыливаться, меньше забиваться и лучше грести в условиях эндуро. 165-й мотор, надежный, проверенный временем на 16,5 лошадиных сил на 5-ступенчатой коробке передач в связке с 26-м карбом. Мотосалон Мотовектор является официальным дилером компании Прогаси. Мы можем вам привезти любой байк компании Прогаси, собрать его качественно с ТОшкой или же, ну, с предпродажной подготовкой или же без, решать уже вам. И в случае поломки, если что-то случится с вашим байком, мы его можем быстро отремонтировать.